Блин, я уже устал играть. Фласточка, я нам тоже надо выходить из зоны комфорта, слушай. Так. О! Настик, ты видишь? Там кто-то стоит. Нет. Так это же подписчик, который до сих пор не поставил лайк. Понял. Слушай, тогда... Слышь ты, почему ты до сих пор не поставил лайк? И прямо сейчас ставь лайк, либо мы вообще заключаем видео. Подпишись, еще, конечно же, колокольчик. И на фласку тоже обязательно подпишись. Да. Ладно, фласточка, слушай, тогда если мы как бы идем гулять, на, держи, оп, это твои вещи. Ой, это что такое? А зачем это все? Ну, вдруг охотиться придется. Ок. Все-таки надо защищаться как-то. Ну, да, 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 ну, слушай, тогда куда мы пойдем вообще? Ну, вообще, куда мы идем? Видишь, Настик, смотри, тут ямки. Офигеть, слушай. Ага. Стой, а кто это такие? Ребят, напишите в комментариях, кто вот это вот такие. То есть я тоже не в курсе, чё-то. А, не-не-не, всё, кажется, вспомнил. Стой, это вообще чьи создания, не помнишь? А, как его? Хендерсон, вроде. Да-да-да-да-да, слушай, а тогда... Ну, ребят, реально напишите, кто это такие. Вроде вот это сиреноголовый, это 100%. Ну, это понятно. А вот это что-то я не знаю. Я, короче, знаю, это Breaking News, то есть последние новости. А вот этот монстр, это Chicken Ghost, или же вот призрак. Вот этого я вообще впервые раз в жизни вижу. Ну вот, это призрачная курица, знакомься. Он, короче, портит всякое хозяйство фермерское. И особенно курочки, короче, сносят тухлые яйца из-за него. И самое главное, то, что еще, короче, от клюва остаются всякие эти, как их, ссадины, короче, у фермера, пока он жалко спит. Жалко вот, фермеров вообще. То есть реально приходят курицы и начинают клевать его. А он даже, наверное, чувствует во сне. Ага, слушай, а я даже не знаю, какую яму выбрать, то есть... Я тоже, тут очень... Ну, знаешь что, нам кое-что поможет определиться. Смотри, напротив каждой ямки... Видишь, там лаки-блоки стоят. Да. По три штуки. Там тоже, наверное, есть. Сейчас схожу. Так, здесь... Тоже, тоже есть три лаки-блока. Давай сначала Chicken Ghost откроем. Давай. Ты один откроешь, потом я. Вот тут. Так. Первый. О, тут этот обсидиан. Обсидиан. Нормально. Давай, теперь я. О, слушай. Топовая кирка. Зельки. Слушай, неплохо. Мне нравится. Зелье регенерации. Ну, знаешь, уже как бы фаворит. Вот Chicken Ghost, это уже фаворит здесь. Да. Ну, давай сначала откроем сиреноголовый. Рыбки какие-то убогие. Рыбки, короче, чтобы ловить, короче, рыбачить. Так, следующий. Чё там? Сёдлы для коней и лошадей. Ну, такое, ну, такое. И меня убило! Фласточка, слушай. Я тебя тпшнул, короче. Я тут, короче, рыбачу. О! Я поймал рыбку, представляешь, хочешь подарю. Вау, да не, у меня нормально так. У тебя нет рыбок, у тебя есть только другая жрачка. На, держи все, мне это нафиг не нужно, это помойка. Хочешь, я тебе кирку подарю алмазную? От всей души почек дарю тебе кирку. Спасибо большое. А, кстати, мне еще топор не нужен, на, держи. Может понадобится. Ну, то, не знаю, зачем мне, ну вот пусть будет. Так, так и теперь Breaking News. Что это? Слушай, здесь лаки-поушены. Стой, стой, стой! А, ладно. Меч выполнил. Меч. Ну, хорошо. И последний, давай. Книжки, слушай. Офигенные книжки. Еще хорошие зельки. О, лошадка. Лошадка. О, еда. Слушай, броня. Мне кажется, здесь как бы победитель уже назначен. Стой, и последний. Тут какой-то цветочек. Для, короче, такого светящегося камня. Стоп, что-то не понял. Ну вот, звезда из Низера. Стой, 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 стой. Здесь, короче, можно зачаровать броню, представляешь? Вау. Защита 3. А, только нужен уровень. Ну ладно, без уровня мы... Так, и к чём мы куда? В Breaking News? Да. Мы Breaking News 100% прыгаем. У меня теперь столько лута, Фласочка, ты не представляешь. Да, мне тоже. И, кстати, давай закидаем сиреноголового самые плохие зельки. Давай. Пусть он там подавится этими зельями. Ой, я там такой ужас натворил, там все взорвалось и портал закрылся. Ну и все, сиреноголовый пропадает. А короче, в Chicken Ghost я сейчас вот так вот закину эти наковальни и. Ой, привет, Фласочка, посмотри на меня. А я рыбку кину.
Ой. О, скелет. Кусочки, кусочки, с вами скелет. Ну, короче, все, прыгаем в портал. Давай. Раз, два, три. Иди, иди, иди. И я тоже. Билли Джин нафунял в кувшин. Да. Мы как бы из портала вылезли. Ой, жители как много. Жители, блин, а что они тут собрались? О, нифига себе, большой голем, посмотри. Там еще три больших голема, что? Ты видел вообще таких големов и такого огромного жителя? Он, слушай, он два раза выше меня, блин. Он что-то это перерос себя. Двухметровый амбал. Ну, приветик. Слушай, короче, мы тут это, в портал зашли. Breaking News называется. И, в общем-то, что мы там хотели-то? Не знаю. Просто пришли сюда, рассказывай, что у вас произошло, вам кажется, помощь какая-то нужна. Хотя таким амбалам не знаю, нужна ли помощь, но давай, говори. Ну, в общем-то, есть проблемка. На наш город неподалеку отсюда напали огромные существа. Черные такие, они уничтожили всех жителей. Мы плачем, наши громилы ничего сделать не могут. И я тоже не могу ничего сделать. Я брал топор, сражался с ними, но как бы мне отрезали ногу. Неважно, у меня тут протезы стоят, так что не обращайте внимания на то, что у меня все выглядит как бы живо, то, что я как будто здоровый, на самом деле все плохо. Но смотрите, тут есть големы, и в общем-то неподалеку есть автошахта справа от меня, вы ее найдете. И там можно накопать железо и нанять големов. И напасть на этих breaking news'ов. Удачи! Окей, спасибо. Че, Фласочка, идем? Mm-hmm. Где у нас тут автошахта? Стой, кстати, ты знаешь, что такое автошахта? Автошахта, ну, думаю, там типа шахта такая. Вот она. Норм? Ооо, алмазы? Да, только подожди, нам надо вон туда сходить. Ладно, за инструментами? Ну, наверное, где-то здесь они, кстати, да, есть. Вот кузница как раз, которую я хотел найти. Так. Ок. Здорово всем! О, здесь, короче, хлеб еще есть. Обсидиан. Опять же. А нам нужно брать обсидиан? Ну, не, он нам, в принципе, не нужен. Ок. Опа. Так. В шахту. Идем. Да, именно. Идем. Идем копать алмазы. Идем копать алмазы. Копать алмазы. Так, а. А, да, она вот так. Здесь. Все, я прыгаю, пока. Билли Джин. Ой. Нифига себе тут. Воняка в кувшин. Короче, нам надо сколько-то там слитков. Офигеть, алмазы. Ты представляешь, Фласочка, я богатый. Да. Нет, иди, отсюда едет моя алмаза. Ну что, мне дали эти ваши алмазы? А что, изумруды тоже копать? А, я не знаю, копай, что хочешь. Это же бриллианты, золото-бриллианты. Ну, сейчас. А уголь вообще нужен? Нафига? Нам переплавить придется. Не знаю. Нам переплавить придется, да. Вдруг все это надо выкопать. Ну, переплавить надо будет как раз. Да. Ой. Кстати, зомбаков слышишь? Нет. А я слышу, у меня в Майнкрафте звуки поставлены на сильное. У меня на мало. Слушай, мне кажется, достаточно 26 железа. У тебя сколько? У меня 7. А то я уже устал копать шахту, я пошел, короче. Если хочешь, тут отвисай я одна. Я тоже с тобой пойду. А, окей, ну пошли тогда вместе. А то мне что-то страшно тут. Все, давай, пока. Я не могу залезть. Ну так, смоги. Так, что нам надо? Все, я умру тут, а ведь вечно я... Так, овечка. Стой, я, короче, я придумал, слушай, смотри. Топовый способ, как бы, обокрасть жителей, смотри. Мы заберем тупо у них булыжник, ибо у меня не хватает на печку нифигашеньки. Ой, блин, чуть не умер. Давай, добывай, еще две штуки осталось. Все, и плевать. И, в общем-то, смотри. Дай мне весь этот булыжник. Ну, или скрафти печку, короче. На, давай, я скрафчу. Так. У нас теперь есть печка, в которой мы сможем переплавить. Но пошли к големам, посмотрим, сколько вообще им надо железа. Приветики. Да. 10 железа на 1000 дней. Прикол? Чего? Нормально. Так, ну давай я сейчас достану 7. Все. Билли Джин. Джин. Нафунял в кувшин. Ау-ау! Кувшин. Ау-ау. Песик. Блин, да эти големы, они просто такие крушащие. Я смотрю на них, просто офигеваю немножечко. Да, ну,
Очень огромные, вообще капец. Да, только вот что нам делать теперь там? А еще они что-то стрёмные немножко, у них глаза красные. Ой, ну големы всегда были такие, это фигня. Я, короче, еще одну печку сделаю, чтобы побыстрее все это сделать. Я добыл, как бы. А то мы так и будем здесь зависать часами просто. Ну да, блин, вариться да вариться. А, у нас угля может не хватить, представляешь? Вот для чего должен был уголь, а у меня, кстати, 6 штук есть. А, положи печку. Для этого, думаю, достаточно будет. Угля. Норм. Хорошо. Теперь осталось просто положить как бы половину во вторую печку. Ну и пока что давай отвисать, чилить. На, держи голем, на, держи голем, на, держи. О, кстати, а что если кинуть яйцо в жителю в голову? Давай. Он такой крутой, что этому амбалу вообще плевать, то, что ему яйцо летит в голову. Вот спорим, другим жителям будет плевать, если яйцо запустить. Давай? Ой, не, не, не плевать будет. Смотри. Я же сказал. Ой, блин, вообще. Это просто сумасшествие какое-то. То есть, согласна. Там, тут реально амбал. Вообще, ему вообще, походу, ничего не страшно. Да вообще. Че ты боишься, брекинюса, я не пойму, дурак. Тебе же плевать абсолютно. Слушай. Очень странно. А еще можно здесь пока что маскарад сделать. Вот смотри, иди сюда. Так, а ты где? Я что-то тебе потеряла. Насик. Я маскируюсь, короче. Чё, ты где? Надеюсь, ты меня не заметишь. Какой маскарад? Ой. Ах, вот я вижу. Давай я прячусь от тебя. А, это нет. Это ты? Нет. Ты в жителя превратился? Нет. У меня нет мода на жителей превращения. Чё? Ах ты, вот я вижу тебя, гремник вонючий. Приветик. Эй, отстань. Стой. Теперь я буду с тыквой башкой. О, мы можем уже амбала нанять. Здорово. Ой, мне что-то плохо в этой шапке. Убьем Breaking News, он говорит. И он идет реально, представляешь? Вау. Стоп, а где я сам Breaking News в курсе вообще? А Breaking News, они же в городе там каком-то. Что-то типа того. Город. Так, все, ты активировал этих големов. Теперь они наши подчинены. Офигеть. Ну что, пошли в город тогда? Давай. Получай яйцам в голову. Ну все, короче, пошли. Да, пошли. Ну что ж, друзья, слушайте, у нас... Мы тут кучу пушек намутили со Фласочкой. Фласочка, короче, дай все копии твоих оружек. То есть у тебя есть несколько копий. Копии? Ну да, типа две штуки. Да, я поняла. Вот. И вот, короче, у нас теперь какая-то новая пушка, ребят, вот это лазер-пистол. И я хочу проверить на Breaking News эту пушку. Ты тоже вот видела эту, вот, которую я держу? Да, всё, я увидела. Да, это что-то новое, прикол. Вау, да, давай попробуем, мне очень интересно, что это себе представляет. Фласочка. Блин, эти голем просто непроходимы. Да, согласен. И меня толкают, и я такая... Слушай, посмотри, тут кровь. Они меня толкают. А вон она и первая цель. Так. Идем мочить. Короче, я стреляю. Офигеть. Это что? Ты видела? А, я в шоке, как она стреляет. На, получай. Голем, нападайте, нападайте. Ай-яй-яй-яй, она меня убила. Офигеть. Он ко мне прет. Молодцы, как обычно, хорошая работа. Вы опять все просрали. Молодцы, отлично, я просто горжусь вами. Сдох один из вас. Просто идеально. Вас телепортировало обратно, ибо если кто-то умирает, то вы сразу автоматически как бы тпшитесь сюда. Это такая защитная реакция. Эх, Фласочка, мы с тобой нубы, и тут Breaking News. Они, кажется, хотят еще и эту деревню заесть. Ну ладно, давай их атаковать, короче. Офигеть, конечно, вот это уже просто жесть. Кстати, я найму одного голема. Так, у меня големы есть, представляешь? Смотри, Фласочка, смотри. Ой. Ты овечку убила! Ой, простите, овечки. Так, смотри, я поставил голема, и он идет их атаковать. Стой, Фласочка, чёрт. Блин, чё они не убивают? Они просто очень медленные. Я голема случайно. Ну, хоть у них хп много. Что, я потише тут сделаю? Во, так нормально? Стреляем, короче, в них. Ой, блин. А когда закончатся пушки, типа, уже
будем использовать мрачного. Ой-ой-ой-ой-ой, меня... Короче, големы зарешают, если что там. Ты чего наделал? Ну я помер просто. Ну бывает фласочка вообще-то. Офигеть! А големы-то нормально... Ой, големы померли. Чего они умерли, да. Придется как самим справляться. Всё. На тренинг вместе с тобой. Сейчас я их как-то размотаю, смотри. Блин, они вообще мощные. Посмотри, как у них много хп. Да, они вообще не умирают. Пипец, у меня скоро... уже оружие кончилось. У меня тоже. Блин. У меня остался только мрачный жнец. Всё. Фласочка, пошли еще за оружием. Да. Подожди, сейчас. Мы их как бы отодвинули пока что. На, на. О, спасибо, что мусор подняла. Короче, мы это, пока что как-нибудь защитились от них. Ой, это мусор. Да. Я пока тотем здесь поставил и пошли фармить еще оружки. Блин, короче. Ну что ж, Фласочка, мы кое-что нафармили. На, держи тебе щит, его в левую руку возьми. Так, ладно. Так, на, держи базуку на бластерную. Спасибо. Спасибо. Вот что дублируется, короче, я тебе скинул. Так, и теперь... А, вот еще звуковая винтовка. Теперь мы должны выдвигаться на Breaking News, а то не да, скоро... Да, мы должны их победить, да, в этот раз. Да, то они уничтожат деревню, а нам это не надо. У нас, конечно, житель нас плохо... Ой! Ты коза? Случайно в тебя выстрелила. Фласочка, это, конечно, я осуждаю. Слышь? Настик, прости! Да ладно, ладно, пофиг, что ты за... Смотри, короче, я их запулял просто, но что-то они вообще не выпиливаются. Ну, слушай, стой, или мы убили одного? Мы одного привалили! А, нет, да, мы вальнули! Да! Смотри, да, мы одного только привалили. Блин, показалось, что нет. Я остальных осталось. У меня, короче, щит есть, представляешь? У меня сейчас твое сердечко... Мы после... Легко, легко, слушай, я вообще доволен. Всё, почти... Всё, мы их повалили. Мы победили этих брейкинг. Давай пятюню. Давай. Все нормально. Слушай, пойдем говорить жителю то, что мы справились. Да. Ой, блин. Что мы такие молодцы и убили. Пендели тебе дал? На пендели. Мне одно сердечко, Насик, ты что? Ой, не ной только, ладно? Вау, нифига себе. Слушай, Фласочка, смотри. Я в какой-то диковый... Чисто сватовец. Прикол? Кто? Ну шо, амбал, теперь ты не такой смелый. Билли Джин. На, держи. Билли Джин. Короче, смотри, что я могу сказать? Житель, мы справились как бы с Фласочкой вместе. Че скажешь? Мы крутые? Да, мы вообще супер хайп. Хайповые ребята. Ладно, так уж и быть, вы заслужили награды, поэтому вы будете жрать очень много, до отвала башки просто, а до отвала живота, короче. Набирайте, вы будете как белочки. Мы вас закормим здесь, мы вам обещаем. А еще я хотел сказать то, что мне на тот город абсолютно наплевать на самом деле, ибо там жили те, кто меня бесили, все жители там были какие-то алчные, и они у меня постоянно воровали пшеницу. Поэтому пошли-ка, не знаешь куда? Далеко до Кудыкидугора. А с вами был Насик, бро. Ой, ладно, я не Насик, бро, извини. Продолжай. Он нас хочет раскормить. Ну, нормально, пусть. Слушай, Насик, тут я запомню. Кстати, на, держи, это весь хлам, короче, который у меня есть. Это не тебе, Фласочка, если что. Ладно. И на, держи золото, вот тебе подарки. Трон. Так сказать. Из говна. Вот. Так, короче, Фласочка, что я хотел сказать? Спасибо всем за просмотр. Пишите свои комментарии. Если ты сейчас не напишешь комментарий, вот именно ты. Все напишут. А если ты не написал, то как бы, да. Жди гостей. Ты плохой человек, да. Ну что ж, с вами был Насик Бро. И Фласочка. Пока.